Слава Украине! Вы знаете, произошел случай довольно-таки комичный, но очень симптоматичный. Вы знаете, у нас даже вот те люди, которые занимали такую, не то что пророссийскую позицию, но вот, ну да, в какой-то степени были дружественны России, Путину и так далее. После начала российской агрессии их просто невозможно узнать. Ну, Шурик, вилку, да, ну вот, елки-палки, вот раньше бы сказали, что на него и печать некуда ставить, и так далее, и так далее. Да все не так. Началась война, Шурик моментально понял, что лучше все-таки это Украина. Стал начальником военно-гражданской администрации Кривого Рога. И, кстати, неплохо подготовил город к этим всем вопросам. И интересна его переписка с Олегом Царевым, с которым раньше они были в одной партии по блоке. Партия регионов, уже еще ж тогда была, да, это вот. И, значит, Царев ему написал, это открытые источники, цитата: «Наши войска находятся сейчас под Кривым Рогом, ожидают мэра Кривого Рога Юрия Вилкула», ну, это папы, последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию. Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизни криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение». И ответ очень короткий от Саши Вилкула. Очень короткий, но очень емкий. «Пошел нахуй, предатель, вместе со своими хозяевами. Все четко, понятно и по делу. У меня все».